Во всероссийской переписи населения приняли участие уже 14 тысяч жителей Нягани. Как и в остальных муниципалитетах Югры, у горожан есть несколько способов сообщить Росстату сведения о себе. Можно традиционно дождаться переписчиков. Кроме того, можно ответить на 33 вопроса опросного листа на едином портале госуслуг. А можно самостоятельно прийти на переписной пункт. Здесь, кстати, граждан ожидают волонтеры, которые опрашивают и вносят их ответы в систему. К слову, в этот переписной участок в МФЦ ежедневно приходят около 30 няганцев. Кто знала, что надо пройти перепись, будут улучшения, будет все, и я решила прийти. Как сознательный гражданин пришла, вот девушка меня сейчас помогает. Сама не смогла по госуслугам, я пришла сюда. Работа волонтерской команды здесь заключается в том, чтобы проконсультировать человека, рассказать, возможно, какую-то историческую справку по переписи. То есть это перепись населения в России, это всегда историческое событие. И перепись, которая у нас сейчас идет, она первая цифровая в истории. То есть все сделано для того, чтобы упростить этот процесс. Поэтому люди очень активно приходят на участки.